Наводим мосты. Один из них в створе улиц Шевченко и Смычки. Здесь уже готовы 6 монолитных опор из 8. Установлены сваи. Следующий этап – монтаж пролетных строений из металлических балок. На участке работает 30 специалистов подрядной организации. Всю сложную работу выполняют машины. Это 10 единиц спецтехники, включая гусеничный трактор, экскаваторы, самосвалы и компрессоры. Не отступать от сроков позволяет опережающее финансирование. Его Ульяновская область получила из федеральной казны по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Более 550 миллионов рублей мы направим непосредственно в областной центр на продолжение реализации 2 капиталоемких объектов. Это строительство нового мостового перехода через реку Свияга и реконструкцию существующего моста по улице Минаева. Более 1,5 миллиарда рублей мы направим на ремонт дорог 18 муниципальных образований, тем самым дополнительно отремонтируем более 72 километров автомобильных дорог. Один из участков на трассе Барыш-Базарный Сызган. По этой дороге жители добираются до районной больницы, а потому ее ремонт местные жители ждали с особым трепетом. Ровно как и жители Вишкаимского района. Специалисты уже приступили к реконструкции транспортной артерии от села Стимас до села Араповка. Всего в этом году реанимируют 194 километра автодорог Ульяновской области. Александра Никитина, Управда ТВ.